Несмотря на то, что наш город не относится к категории приморских, справедливо заметить, что его водный зеленый диаметр имеет достаточно мест для отдыха в купальный сезон. Только на территории Московского района расположено 4 основных пляжа – на Востоке, Красном дворе, Гребном канале и Набережной. Официально пляжный сезон в городе Бресте откроется с 1 мая. И пусть температура воды в это время года комфортна далеко не для всех, однако к этому времени места отдыха должны быть готовы и оборудованы для отдыхающих на 100%. По этой причине создается специальная комиссия по приемке пляжей к купальному сезону. Делается это загодя для того, чтобы было достаточно времени на исправление всех недочетов. Цель работы комиссии – это оценить готовность пляжей, подготовку водного основания, подготовку пляжной зоны, песчаного грунта, подготовку зон отдыха граждан, теневых навесов, контейнерных площадок, прибрежной территории на предмет ее санитарного состояния, ну и так далее. То есть самое главное – обеспечить безопасный меры отдыха граждан в купальный сезон. Для того, чтобы вынести компетентное заключение, в состав комиссии включены коммунальные, санитарные, экологические службы, организации, обслуживающие пляжи, администрация Московского района, а также освод. Мы обеспечиваем спасение людей на водах и, конечно же, все готовим спасательные средства к летнему сезону. Кроме того, нашими водолазно-спасательными службами очищается дно от посторонних предметов. И в штатном режиме мы приступаем с 1 мая к несению службы. По результатам работы комиссии составляется акт приемки пляжа, после чего проводятся необходимые работы. Ежегодно берутся пробы на качество воды, очищается прибрежная зона от зарослей, делается пологий спуск, окрашиваются малые архитектурные формы. Причиной закрытия пляжа могут служить только грубые нарушения, поэтому не стоит игнорировать запрещающие таблички. Ведь согласитесь, что отдых должен быть безопасным и оставлять после себя только позитивные эмоции. А до лета, к слову, уже осталось совсем немного. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.